Участники федерального проекта смогут освоить профессию по ускоренной программе, изучить теорию и сразу применить знания на практике. Для этого существуют учебно-производственные зоны. А еще можно смело строить планы на будущее, ведь трудоустройство студентам гарантировано. В рамках профессионалитета в регионе готовят специалистов, которые нужны местным предприятиям – аграриев, атомщиков, работников сферы туризма. Скоро начнут обучать и горняков. Это бесценное сотрудничество для Курского региона. Проект «Профессионалитет» – это тот проект, который позволяет работать под нужды, под запрос конкретного работодателя. Сотрудничество образовательной организации и конкретного работодателя, безусловно, через 3 года после окончания образовательных программ дает эффект в виде трудоустройства для нас, как для системы образования, и покрывает кадровый дефицит для реального сектора экономики. У нас запланировано создание целого количества новых образовательных зон, в которых мы будем проводить подготовку по направлению металлургии черных металлов, обогащение полезных ископаемых, электрификация производства. То есть вот на это, как говорится, на приобретение современного учебно-производственного оборудования. На создание учебно-производственного кластера по горнодобывающей отрасли выделили около 135 миллионов рублей. Из них 100 миллионов – это средства из федерального бюджета. Остальное – инвестиции потенциальных работодателей.